define first thing, what is a relative price. В Институте международных отношений истории и востоковедения для студентов Казанского университета с лекцией выступил глава постоянного представительства Международного валютного фонда в Российской Федерации Габриэль Ди Белло. Он отметил, что нефть – это истощаемый ресурс, и нужно уже сейчас думать о том, как правильно его использовать. Ведь прогнозы, которые ждут России, неутешительны. По словам Габриэля Ди Белло, к 2050 году в России могут закончиться запасы нефти. В Саудовской Аравии к 2070 году, а в Венесуэле они продержатся вплоть до 2200 года. Он рассказал студентам о странах с развитой экономикой и наглядно на графиках показал страны с большой производительностью нефти за последние 100 лет. Интервью с Габриэлем Ди Белло совсем скоро можно будет увидеть на нашем телеканале в программе «Смотрите, кто пришел». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.